Всем привет, с вами канал Планета Марзил. Я гуляю по парку динозавров, такой динозавр. Его зовут Овираптор. Овираптор. Господи, язык сломаешь. Это у нас кто? Это у нас Эдафозавр. Это Эдафозавр. Блин, похож на стенозавра. Это такие ящеры были. Стали, ну. Так. Вот это такие, как рапторы. То есть, ну, парк юрского периода. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, конечно. Велоцираптор. Ну, похож. Да, ну, похож. У нее когти вот такие большие. И ноги другие. Ну, так такой. Господи, я напугался. Так, идем. Джунгли. За, ну, тоже велоцираптор. Вот такой. Хватит орать. Идем. Да, велоцираптор. Он. Так. Я даже вспомню. Я все фильмы наизусть знаю про динозавров. Ну, не все. Парк юрского периода, там, так, что-то такое, там, три части, и мир юрского периода такой. Это стирокозавр, блин, и выговорю его, о, вообще. Там орёт, не обращайте внимание, это его вот этого. Сейчас. Вот этого. Стикозавра. А это его стикозавры. Подождите, нет. Протоцератопс. Да. Да. Ох, кто прячется. Прячется. Потом прячется. Выходи. Выходи. Да что такое? Вот. Так. Идем. Бим. Так. А я не сказал, как он называется. Он никак не называется. Так, ладно. Идем. Да, вот такой крутой динозавр, блин. Такой крутой динозавр. Да. Анкилозавр. Эх, давно не... Так, вот. Так, у нас на встрече там есть еще несколько динозавров. Какой-то он такой скучноватенький. Паразурафос. Так. Это... Идем к большому, подойдем. Это у нас стикозавр. Он просто лезет, даже гуляет. Кстати, и ни в каком. У меня в России, конечно же. Люди гуляют. Так, пошлите лучше туда. Лучше вам самое интересное показать. Так. Блин. Вот такой динозавр. С другого вкуса. Так. Вот такой динозаврчик. Бумба. Динозавр сейчас оживет мою маленькую башку. Так. И у нас еще где три динозавра. Ой, я показывал. Стикозавр. Там уже длинной какой-то, и там длинный какой-то. Тут головы и башки нет. Ладно. Сейчас я подойду ближе. Его не видно. Вот с камеры его не видно.
Я могу и не... Вот такой. Шея большая, и прям он зимний. А, нет, показался. Так, вот второй. Его получше. Вот тут что, я не помню, не знаю такой динозавр. Но я не помню, что у него маминчизавр. Нет, не знаю как. Я такого не видел. Вот такая шея. Он выглядит как таракон, у него шипы. Ноги небольшие. О, солнце! Кто этих суслик? Ослепит, нет. Ладно, так. Идем. Что это? Какая-то кормушка. Не знаю. Вот так. А вот там... вот и что, вот там такая штука. А, не видно ничего. Идем, идем, идем. Гуляем по небесному небу. Так. Вот такие яйца. Ой. Я хочу видеться, как вы поняли. Ай, я уже башку ударился. Так, ну если уходить. И тут тесно. Я слишком большой динозавр. Так. Вот такой динозавр. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что тут. А тут секретка. Я во рту его, получается. Вот эти. Я во рту его. Вот такой язык. Такие часы. Вот тут все такое. Мрачное. Я бы не сказала, что страшное, но... Ну, в камере как-то реалистично смотрится. Я сожрал динозавр. Пошлите. Давай, ты спрячься, вот так вот лайк. Вот такая пасть, это только что вот тут был. Все, пойдем. Так. Держите. Мы подходим к концу. Блин, что в газет видео? Вот такой. Птеранодон. Птеранодон, да. Так, ну вон. Мы подходим к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.